Первенство России по абсолютно реальному бою стало успешным для серпуховичей. Представительный турнир в Сочи собрал около 650 участников со всей страны. Наши спортсмены выступали в составе сборной Московской области и сумели завоевать 4 награды. 2 бронзы на счету Артема Осиповского и Олега Рязаева. А победителями соревнований стали Исламбек Акбаров, представляющий спортивную школу «Русский медведь», и Иван Соколов из Зубренка. Таким образом, наши чемпионы вошли в состав сборной России и в мае примут участие в юношеском первенстве мира, которое должно пройти в Нижнем Новгороде.